В Шымкенте полным ходом идет ремонт многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день работы 11 домов из 15 завершены полностью. Подробнее смотрите в сюжете. Один из них – капитальный ремонт дома в спортивном микрорайоне – завершен полностью. По словам представителя подрядной организации, в подвале пятиэтажного дома будет проведена полная уборка. Всего было задействовано 12 человек. По просьбе жителей компания-подрядчик также будет регулировать подъезд. У нас спорт шаг на удон, 1600 квадратный метр шатр на устройство, черепицами жапта вон. В многоквартирных жилых домах полностью заменили кровлю, обновили подвалы, подъезды, канализационные трубы. Работа подрядной компании радует жителей. Стоит отметить, что такие ремонтные работы проводятся на возвратной финансовой основе. Согласие не менее 70% жителей этого дома. Для этого собственники квартир должны написать заявление в местный исполнительный орган. В Шымкенте стартовала программа реновации, реконструкции, модернизации жилищного фонда. Новая программа направлена на уничтожение ветхих зданий и увеличение количества небоскребов, соответствующих архитектурным особенностям мегаполиса. В 2022-2023 годах в Шымкенте модернизировано 34 дома. Кроме того, в этом году идет капитальный и текущий ремонт 15 домов. На сегодняшний день работы в 11 из них завершены полностью. До конца года планируется модернизация 40 из 80 многоэтажных жилых домов, стоящих в очереди. Жанрапова, Алмазанабекова, новости.